я забавлюсь. Ну ты гений, конечно. Здорово. Макс, давай ассасинов выполнять, заходи на Хайпиксель. Арон, смотри, как ассасинов работает. Ладно, это я смотрю. Да ладно, не слышно было. Да, вообще не слышно, ты чё? Да, автоклигер, знаешь, как работает? Мышка нагревается, и она начинает дрожать и кликать. Скинь ещё золото, Арон? Нет. Не кидай ему. Не кидай ему. А деньги кинуть? Да, вот ты все на деньги выкинул. Я тебя на деньги кинул. Макс, ты же ему заложил 70 рублей. Я вот на деньги кинул. И то получается, Макс тебя кинул. Через прогиб? Да. А, так стоп, у нас челлендж грин, а грин это кто? А я куда построился? А я красно построился. Да, сломай дорогу, деньги. Да не, там алмаз лутать будем. Ну что-то забыл, то что... Красиво. Да. А вот так у них защиты нет, давайте их зарашим втроем. Макс, ты... Тодик. Ладно. Ты же леску себе купил. Да. Я все это время фармилу лес. А, то есть она обложится там. А подожди, сейчас я песню включу, какую. Не, я не хочу шифт этим построить. Нас, походу, сейчас крышевать красные будут, я тебе вам так сразу скажу. Я вам так сразу скажу, не буду. Они уже построились. До куда, до алмаза? Да. Алмазы это одно. Арон, ты на базе сиди, гений, у меня пол инструмента. Давайте, я жду. У тебя блок есть? Да. Держи, ты стройся. Нас заметили. Да, даже не знаю как. Наверх, челс видит нас уже. Аккуратно. У них трапка. Тапки? Да он на меня прыгнул, он гений или как? А чё я долго еще ничего не видеть буду? Да ты достал меня! Чё он комбит как? Всё, погнали тогда на них. Ну тогда мне хотя бы какие-то инструменты нужны. Держи. Что? Что это? Два золота. Много. На, ожидал найдёт. Он далеко? Нет, я близко. Близко. Ну не так уж. Ладно, я думал он за мной. Да, я к нему спину зайду. Аня. Помоги, Максим! Ты гений? Так быстро быть. Да, что? Он идет? Да. Он убежал. Он убежал с тебя? Да, он убегает. А, потому что они желтые. О, круто. Наверное, это желтые. Держим. Один еще есть. Ща. Ладно, я нафармлю. Один упал. Забирай еще один. Да зачем мне еще один? Удар. Сейчас у меня, короче, будут ножницы и топор, и все. И можно идти, стой, меня, а Макс, жди. Меня, Макс, жди. Все, пока что на базе. Пока. Зачем? Лес пофармлю. Да нет, да я не понимаю, там, это, тут чел дикий, не, я не хочу. А, вы чё, вдвоём умерли? Нет, там, нет, чел бежит. Это я вижу. А у него это самое? Чел упал. Короче, пока один там сидит, я пойду. О, ребят, всё, застрял на мече, всё, да, им всем. Самый главный меч. Арон, я сейчас убью. Давай. Там меня залагало. Все равно убью. Арон, тебе на железку. Трясет! Давайте еще одну. Ё, что произошло? Это Friendly Fire, огонь постоянно. Так, надеюсь, что следующий желтый будет. Где Лас? Лас на своей базе сидит. Вот это реально резня была сейчас.
Господи, я ору. Ласт на центр идет. Зачем? Лес по Ару, ну тебе, господи, Макс, у тебя на всей карте лес, что ли? Да. Вообще. Стоишь, блин. Помогите мне. О, а, все, найс. Два эмеральда. Ред, это наш сосед. О, а все, это как а раз то, что... А им это не пишется? Им это не пишет? Им это не пишет. Ну и хорошо. Это только кофе. Тогда строю обратно тот путь, который я же и сломал. Спасибо. У меня 4 эмеральда, 4 эмеральда и полтора стака золота. Давайте только понабрасу... Что? Сколько? Полтора стака? Ой, не золото, а железо, извиняюсь. Я уже думал, все, богач. Читер. Да. Читер с ГБ достал. О-о-о, здравствуйте, я еще сломаю, походу. Эй, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Пол хп, я с пол хп без нуля лечу. Ладно. Зачем? Я тебя просто максимально прошу. Сломайте им кровать и их убить, я могу сейчас же базу, я на базу желтых иду. Хотя нет, я сейчас я еще лес пофармлю. Ребят, стоп, она, там есть у красный путь для мида? Да. Ого, я сейчас через мид на них идет. Арон, убегай там, я сейчас приду. Убил? Все, я иду. Вместе, давай. Вместе, я сзади. Раз, два, давай пошли. Первым, потому что у меня мало хп. Пошли. Они отличены, давай. Ломай. Блин, сори. Надеюсь, тот шел с тентишкой. Один, один хп, один, два хп, а другой 13 хп. Или три. Так, ладно, я рискую, я покупаю тентишку. А кто все золото забрал? Ты? Я поставил. Я просто... Я пока что с тентишкой побегу. Меня, стой, я закупился и иду. Окей, я на пути буду ждать. Минус чел. Ребят, давайте я к вам, Ты первый, потому что у меня синтишка. Но к нам желтые могут прийти. Ты входи в драку. Нет, не бойтесь. Так, ну ладно. О. Так, я ставлю синти, я убегаю. Да так можно сломать. Давай, быстрее. Серьезно? Это изи. А это залагал. Это изи. Это где? А, все. А вторые. А нет, это не изи, он не сдох. Он не сдох. И ты это изи. Что? А кто не досмотрел? Красный чел. Не досмотрел кто? Я не на нашей базе. А зачем, если мы. А почему, кстати? Потому что я на базе зеленых, потому что они достроены путь гнида. Зачем? Я нам вообще сейчас его хочу. Все, отходи. Ладно, сори. Вы живые? Ну, Сева очень точно живой. Тут... Макс, нет. Тебе не нужно было там делать какую-то хрень. Тебе нужно было просто пойти на базу. Или это построить путь с меда на базу. Готов на желтых идти? Я уже. Желтый, если что, на нашей базе. Да? Я уже убежал. И второй на нашей базе. Они вдвоем бегут. А, третий на меду. А, все. Уже на их базе. Один упал в бездну. Ну да, он на базу уезжает. Тогда все, Макс алмаз. У меня тентишка, если что. У меня тентишка, если что. У меня одного алмаза не хватает. У тебя тентиха, у меня 4 фаера. Просто забеги, забеги и ставь ее. Молодец. Все, кровать ломай. Да нет, я не успел. Да, Арон, давай, я в тебя верю. Я все. Красный. Это карта самая легкая, типа по... Это они на противоположные. На да. Ну тут легко, потому что там 5 секунд буквально. Но и к нам за 5 секунд. Дайте золото тогда быстрее, потому что сейчас к нам придут. Дайте мне кто-нибудь золото. Алло. Если сейчас тебе Максим не даст, то я точно не дам. Что ну, смысле? Золото? Уже бесполезно. А, сори, я не услышал. Сори, я не слышал. А да. Сам сидел, что-то в чате писал, да? Кого ты? Ты не видишь? Кому ты это писал, Арону, да? Тебе. А мне за что?
ломается все. Да ты просто стоял, ты можешь на ходу ломать, если ты не знал. Я на ходу ломал. Ты просто встал и ломал. А потом стоял еще секунд 10. Бегу уже. Он, а, у них путь построен, но у них дерево, к сожалению. У меня фул. А да, если мы их убьем, то мы сможем. А чё желтый там забыл вообще? У меня фул инструменты. Ребят, синий около нашей базы зубы. Я просто упал. Чё, синий упал. Сел, можешь писать на базу? Пожалуйста, помогите мне. Быстрее, быстрее, путь, 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 быстрее. Максим, у меня дофига ресу. Спасибо. О, их как раз сломали, а у меня много ресов. Еще и три алмаза. А, красных сломали? Да. Зачем? Все, у меня 7 алмазов. Еще 13 золота и... Мне показалось, почти... наш желтый бежит. И почти полтора стака железа. Ну, короче... А че, гений, он меня решил не добивать. А мы же против... А, таргет ред, ред остался. Надо ласта добить. Но он, наверное, желтый добьет. Ну, каким образом? Что я сделал? Я надеюсь... Возьмите последний алмаз. Так желтый убегал с красной базы. Возьмите последний алмаз и вкачайте. Желтый убегал с красной базы. Да? Ну, да, потому что я там был на красной. А где красный-то? Наверное... Непонятно где. Может, прячется где-то. Типа... Сейчас. Скажи, что у меня ресов не было. Сейчас посмотрю все, всю базу просто. На красных никого нету много. Короче, я несу последний алмаз, все будет резня. А, да, он на красной базе прятался сзади. Ты убил? Сейчас догоняю его. Я вижу желтый. Он упал, все. Убей желтый, убей желтый, я спешу. Синие. Давай, все, убей, убей, бежал. Давай. Все, мы просто перехватили. Возможно, на синий пойдет, но ты погнали на желтый, на желтый. Вдвоем, нет, сразу. Арон, я... ты стой! На базе. Окей, один на нас засматривается, так что... Сейчас тебя бьет, начнет бить. Баб-баб-баб-баб-баб-баб. Нет, не вижу. Да я не тебе, а Максу, во-первых. О, нифига, он меня откинул. Пока поставлю трапку. Отходи, отходи! А, резня. Как ты его, ну, на ХП был? Вы оставайтесь на базе, я пока. А, я сейчас... его убил, меня убил следующий. Стойте кто-нибудь на базе, кто-нибудь на базе, стойте, пожалуйста. Ну, Максим. Ладно. Пусть стоит. Если никого из вас сливается, то я иду на базу. Тот стоит на базе. Синий стоит баррикады. Я, короче, их бачу пока что. Мне нужен кто-нибудь с тентишечкой желательно. Я могу... Я тут, но без тенти... Шовки. Ну! А так... Блин, здесь сложно. Первый слился Арон, поэтому он сидит на базе. Первый слился я, ну ладно. Нет, был сбит. Давайте, кто-нибудь сидите уже. Умирает. Он ломает, он сломал путь. Желтый. Серьезно? Давайте я его дострою, пока что сел на базе. На, вон, а давайте через диагональ построим. Можно. С базы красных есть. Короче, начинаю строить путь. Ребят, 5 изумрудов у меня, 5 изумрудов. Неси. Я лучше засейвлю их. Желтый на нас идет. Где? С центра. Он упал. Ребят, мне 5 изумрудов. Сейчас пойду. Фаербол синего, готовьтесь там, короче. А, класс, у меня блоки закончились. Сел, ну с кем поехать? Я строюсь. Он с блоками. Я что, не могу потом бутерфляем строиться? И Сева с блоками поехать? Так, все, у меня тентишка есть, кто-нибудь на базе, я побежал. Да стой, я тут путь строю. Так они достраивают. А, так они идут, все, дефим. А тут один залагал. Один залагал. У них на них футик стоит.
Минус. А, минус TNT. У них майнинг путик стоит. Ну так тебе надо было Magic Milk, либо еще что-нибудь брать. Откуда я знал, что у них майнинг путик стоит, гений? Так они всегда ставят трапки. Идите в кота! Идите в кота! Слушай, что за? Все вот на дэфе. Вон. Ром, подожди, подожди меня. А пофиг, я через низ пойду. А я через верх строю с тентишечкой. Давай, Арону! Я тентишка, не могу. Ты гений! У меня тентишка, я не могу нормально тебе помочь. Почему? Когда я вас пугаюсь, у меня сразу чат слетает. Помоги. Валар! Серьезно? Ну ладно. Меня пока отхились. Я нормально. Арон, ты сидишь на дайфе. Мне пофиг, что у тебя TNT. У меня TNT. Мне пофиг. Почему? А там у них очень мне... огромная защита. Надо, короче, закопаться в кровати забирай, и все. Забирай. Да, кто-нибудь мне поможет сделать? Закопаться в кровати? А может я кто-то могу... умеет делать это лучше меня? Поехали, да, пойду. Синий на нас строит здесь. Короче... Синий на нас идет. Откуда? Асмеда! Он сдох? А, нет. А-а-а, я его потолкнул. Нажимай, нажимай. Он сбил? Да, сбил. Нас желтые двое идут. Да, нет, они просто пути ломают, или как? Минус. Убей ты его, а! А второй упал? Сумасшедший? Нет, все, да. Дай им, пошли! Я ставлю TNT, открываю путь, если что. Все, втроем их рейдим! Rage Shadow Legends? Ставлю TNT, поставил. Ёк! Хотите? Все, я... Эй, в кота! Одного убил! Второго не убил. Это лучшая просто. Была полная резня. Фулл резня. Так, смотрите, я ласта добиваю. А у это, у синих это... Да, мы вдвоем стоим тогда. У синих уже почти готовы. У вас здесь какой нормально. Давай я пойду за псой сейчас. За изумрудом. Ладно. А, забери алмазы, тут 4 алмаза. Забирай, пожалуйста. А у нас на базе алмазы есть? А, не знаю, там я ровно один делал. Так, я сейчас забираю изумруд, который как? Ты там убьешь его когда-нибудь, а? Максим, перехватывай или я не знаю, что делать. Да, как? Перехватывай. У меня 4 изумруда, почему? Так просто вдвоем его зажмите и все, он никого не убьет. Он на нас, что ли, бежит? Сейчас. Серьезно? Я на красный сейчас. Давай. Его просто зажали. Ловушку купите. Все, ласт это синий, да? А у меня нет денег больше. Я бы не сказал бы. Ребят, все, я в бездну прыгаю. Зачем? С этими? Не, я без зума. Синий идет. Куда-откуда? Ну, вон тут сидит, короче. А, вижу, да. Пусть прыгает. Арон, иди сюда, быстрее ты застроишь. А, ну я его столкнул, скинул, да. Скинул, все. Давай. В честь. Все лежит уже? А. Они воду разлили. Блин. Сейчас. У меня почти стак золота. Угу. Максим, подготовь еще блоков, чтобы еще слои сделать. Купи. Нам еще. Нужно закрыть источник воды. Любые там, глина, там, эндерняк, дерево, что угодно. Синий не идет, все нормально. Выстраивай, чем можешь. А, оно мне вернулось, они пофиксили этот баг, спасибо, хайпи. Покупайте губки. А зачем? Мы просто можем закрыть источник и все. Да, но он наверху, блин. Синий идет на желтых. Ладно. А, Рон, забирай. Что? А, я ставлю. Да, забирай. И маты накупил, все. Какое удивление у них будет в конце, когда они увидят дофига всего. Да ну блин, ну почему у меня подлагало именно в этот момент? Я сейчас мог перекрыть источник воды и может даже сломать их. Блин бы. А может у них апса? Я уверен у них апса. Я 100% уверен у них апси. У нас тоже апса, гений. И что? Нам главное, что у них, а не что у нас. Ты не видел, что у них апса? Они же даже эту апсу давно спалили. Да? Зачем? Тогда я фулл алмазный инструмент закупаю. Я тоже.
И да, что, ну, вот я все вернул. Да я все вернул! Ну, у нас зеленый ходит вокруг кровати, застраивает ее. Зеленый красавчик. Какой у него ник? Столько ты купил блоков, боже мой, зачем ты столько блоков купил? Да нас слева какой-то красный идет! Какой красный, Алёв? Все, все, погнали, ты свидай, я... Давай из... Так мы все равно с одной стороны пойдем. Тихо, Макс, тихо. Тихо. Ой. Я слепой, подожди. Еще 2 секунды, раз, два. А, о, найс. Короче, смотри, они же без железки. А, у нас синий рядом с базой, гений он. Где же он? Он гений, что ли? Он синтишки просто ставит. Я сейчас его убью и все. Я через верх иду. Все, он. Что? Смол! Ломай там! Он 2 синтишки. Один на нас идет! Да, я перехвачу. Главное, чтобы вы просто сломали хотя бы. Все, Макс, сломай, я надеюсь, это... Найс! Хорошо. А на нас еще один тот шел. Да, окей, если... Ты его видишь, нет? Да, вижу. Он близко? Он сумасшедший просто сидит там, что-то ломает. А он залагал, что ли? Я не могу понять. Все. Ты меня еще застегнул. Ластового надо убить. Он же на базе, да? Все? Наконец-то, господи, мы столько выполняли этот челлендж, 600 тысяч лет мы его выполняли, наконец-то мы его выполнили, господи. Спасибо за просмотр, подождите, пока. Чего? Ну да, короче, пока.